Кормушка квадратная с одним стаканом на 1,6 литра. Имеет размеры по ширине 21 см, высота 6 см. Принцип: ставится сверху вместо потолочин, или же в потолочине делается отверстие 3-5 см для того, чтобы пчела смогла пройти в это отверстие. Состоит из самой кормушки, крышки и стакана. Соответственно, стакан, между стаканом и отверстием есть пространство для пчелы, которое ограничивает доступ. Она спускается по стенкам отверстия, берет корм и назад возвращается в нее.